Нетушки, я лучше объявлю, кто будет выступать. Вадим и Валерий Мещуки. Правильно, добрый вечер. Да не, ночь только впереди, в общем-то. Сейчас мы. Что-то Быков все испортил. Раз, раз, раз. 6-6. 1-2. Какой из них вокальный, какой гитарный, я даже уже не знаю. Раз. Вы знаете, наш друг Сергей Назин, который неоднократно бывал на Грушинском фестивале, находится сейчас в очень тяжелой ситуации. Поэтому вот здесь стоит... То есть он серьезно, серьезно болен. Болен, очень серьезно болен. Если вы чем-то ему поможете... Тут есть какая-то шляпа, которая принимает от вас. Я надеюсь, что вы все, помните все, его. Все, кто может. Дорога, дорога, разлука, разлука, знакома до срока, дорожная мука, и отче племя, и близкие души, и лучшее время, все дальше, все глуше, и лучшее время. Все дальше, все глуше. Лесная сорока, одна мне подруга. Дорога, дорога, разлука, разлука. Устала в пыли, я плетусь, как острожник. Темнеет вдали, приуныл подорожник. И страшно немного, без света, без друга. Дорога, дорога, разлука, разлука. Дорога, дорога, разлука, разлука. Дорога, дорога, разлука, разлука. Дорога, дорога, разлука, разлука. Мы хотим спеть песню, которая относительно новая. Я помню, по-моему, мы на прошлом фестивале ее пели уже. Это даже не песня. Дело в том, что иногда нам приходится быть не только авторами и исполнителями, но в какой-то степени музыкантами. Вот не так давно мы гастролировали по Франции. Кстати, сегодня присутствует здесь, в этом зале, будем так говорить, необъятном, да? Камерном. В этом, да. Тот человек, который как раз пригласил нас во Францию, за что мы ему говорим огромное спасибо, если он нас слышит. Ив, если нас слышишь, откликнись. О, он здесь. Он да. Откликнулся. Так вот, дело в том, что мы выступали перед французами, не перед эмигрантами нашими, а перед французами, ну, которые... Как вы понимаете, да, с 812 года по-русски уже забыли...
Вот. А мы в это время не жили, поэтому по-французски тоже совершенно не понимали. Но тем не менее, друг с другом, мы вместе с французами, мы и французы нашли общий язык. И вот тогда мы поняли, что мы в какой-то степени музыканты еще. А каждый уважающий себя музыкант, насколько нам известно, должен в своей жизни сочинить хотя бы один блюз. Ну, либо симфонию. Но нас хватило пока только на блюз. Так вот. Да. Блюз имеет отечественное название, написано на стихи тольяттинского поэта Южакова. Называется он «Портвейн блюз». Ну, наверное, этому камерному залу, этот камерный зал, люди, сидящие в этом камерном зале, бывали на джазовых концертах, и поэтому знают, как реагировать в процессе песни. Да, да. Я подскажу, если что-то. Ладно, да. Соло. Бутылка портвейна разбилась о камень, и сладкую влагу впитал чернозем. Скажи мне, что делать с твоими руками? Скажи, где другую бутылку возьмем? Скажи, где другую бутылку возьмем? Прости мне, что речи горячи и пылки, прости обороты с началом на ё. Ведь ты же не просто разобила бутылку, с бутылкой ты сердце разобила моё, с бутылкой ты сердце разобила моё. Хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Летят самолеты, плывут пароходы, привычной дорогой идут поезда, и будут еще за портвейном походы, но счастья не будет уже никогда, но счастья не будет уже никогда. Пускай ореол романтизма развеян, пускай нам уже не поют соловьи, но я не забуду бутылку портвейна, весну и дырявые руки твои. Весну и дырявые руки. Ты где? Твои.